против нечестных выборов и выступающих за отставку Чурова граждан, молодежные прокремлевские движения создали коалицию выборов символом белую перчатку. Почему именно этот предмет, так сказать, туалет? Что это символизирует, перчатка? По сути символизирует, а также в представлении авторов этой инициативы выяснял наш коллега Егор Погорелов. Егор. Да, коллеги, добрый вечер. Помимо символа белой перчатки, кремлевская молодежь представила и слоган движения «Ви значит Владимир». До этого момента я был искренне уверен, что «Ви значит объем физики». И все-таки любопытнее не то, что штаб возьмет на себя координацию политической и идеологической работы организации. Журналисты, да и обитатели сети активно обсуждают именно брендинг этого проекта. Символом объединенного штаба станет белая перчатка. Вот цитата из пресс-релиза движения. Активисты объясняют, что белая лента – белый флаг, который несогласные всех мастей выбрасывают перед Западом. Белая перчатка – политический вызов и ответственность за настоящее и будущее России. Какова история и реальный смысл символа белая перчатка? С этим вопросом я обратился к главе Геральдической палаты России Александру Майорову. Во-первых, это все происхождение связанное с рыцарством. Олицетворение рыцарства – это перчатка. Поэтому перчатку бросали, вы понимаете, да, подчеркивая тем, что для меня честь и достоинство выше, чем жизнь. Белый цвет тоже может быть являться олицетворением совершенно разного. В разных культурах это по-разному. Сочетание белого и перчатки – это надо, ну, как бы сказать, делать геральдическую экспертизу, что это ко многому может относиться, вплоть до белого движения. Ну и так все-таки можно предположить, что символ как раз располагает к серьезному противостоянию, а именно к некой дуэли. Также очевидно, что за основу фразы «Ви значит Владимир» взят название фильма братьев Вачовски «Ви значит Вендетта». Здесь наблюдается некоторое несоответствие. Дело в том, что главный герой фильма, диссидент в маске по прозвищу Ви, не поддерживает режим, а напротив борется против него, пытаясь свергнуть диктатора. Движение «Местное», «Россия молодая», «Новые люди» и группировка «Перемен» теперь будут работать вместе. За что выступают создатели проекта, «Дожди» поведал пресс-секретарь движения «Местный» Михаил Духович. Это брошенная перчатка «Вызов». Мы реагируем против оппозиции нашей, поскольку мы за курс Путина, мы за стабильность в стране, вместо того, чтобы хаос создавался так называемыми несогласными. Также известно, что штаб «Ви значит Владимир» займется продвижением имиджа премьера Путина в соцсетях. Там, кстати, сегодня много предложений по слогану. К примеру, вариант известного микроблогера Кермен Раша звучит как цитата «В значит выборы, П значит перевыборы». Коллеги. Спасибо, Егор. Егор Погорелов о том, что значит белая перчатка.